Всем привет, с вами Гекта, и сегодня я хочу открыть новый таг на YouTube, по крайней мере, я таких еще не видела, и поэтому, когда вы решите его снять, было бы мне приятно, если бы вы ссылались на меня, так как я его открываю. Ладно. В общем, так будет называться таким образом шопинг, который не нравится. И я назову три позиции, потому что мне только три позиции, которые не нравятся покупать. Вот. Ну что ж, начнем. И начну я в порядке убывания. Третье место. Третье место, и на третьем месте для меня это зубная паста, потому что я не очень люблю вещи, которые приходится обязательно покупать, но при этом неохота морочиться над их выбором, а просто так не схватишь, поэтому, конечно, приходится пересматривать, выбирать, считать, да, и так далее. Кроме того, пасту необходимо, особенно если вы пользуетесь лечебной профилактической, обязательно чередовать какой-то другой, вот, таким образом приходится, да, выбирать. Вот это мне очень не нравится, но не настолько сильно, насколько вот первое место, которое я вам назову, конечно же, и второе. А теперь давайте, конечно, вот плавно перейдем к второму месту. Второе место. И ко второму месту я отнесу туалетную бумагу. Это реально ужасно для меня, потому что я терпеть не могу, во-первых, опять же, как-то выбирать бумагу. У меня, конечно, муж, он просто ее хватает и идет, но для меня тоже это важно. С одной стороны, я не хочу морочиться с выбором, а с другой стороны, не хочу себя корендой пользоваться. И почему-то каждый раз, наверное, это природное такое состояние, когда хочется постоянных перемен, и даже тут мне хочется, чтобы было разнообразие, поэтому стою, что-то выбираю. Но это полбеды, фиг с ним, можно и не выбирать, и так вот по упаковке хотя бы приблизительно быстро взял и пошел. Но таскаться с этими ужасными рулонами по магазину, или когда в тележке лежат продукты и рядом с ними лежат эти рулоны туалетной бумаги, для меня это выглядит настолько омерзительно, я не знаю почему. И тащить даже до дома, но магазин рядом, да, и как бы приходится все равно нести по улице какое-то время с этими рулонами, потому что их нормально не засунешь в пакеты. Я стараюсь всегда брать как можно больше, чтобы потом не ходить. В общем, да, это тоже шопинг, который мне абсолютно не нравится. Ну и наконец первое место. И первое место это у меня занимает обувь. Да, как ни странно, я очень не люблю выбирать обувь. Довольно много красивых туфелек, сапожек, цаба и так далее, да? То есть огромное количество. Но почему-то всегда, когда я прихожу в магазин, и для меня обувь, вот действительно, она как будто вот не то, что для меня, я думаю, так и есть, она какая-то вся одинаковая, вот особенно зимняя. Вот ты приходишь, смотришь, и вот они все так похожи. И я думаю, чем отличается этот черный сапог от этого черного? Ну, не особо сильно. Светлую обувь я не беру, потому что в Москве и вообще в России ходить в светлой обуви это опасно, потому что она будет всегда черная, у нас грязные улицы, тем более при нашем климатическом состоянии на сегодняшний день у нас часто течет на улице зимой, да, и все белое, так, в общем, это, а транспорт, если здесь транспорт, тебе надгу наступит, и все, прощай, белая обувь, в общем, да, это я прохожу мимо. Но в любом случае остальная обувь меня тоже как-то не привлекает. И вот когда я вдруг нахожу из этого огромного количества обуви тот самый ботинок или та самая туфля, которая мне нужна, которая мне нравится, обязательно нет моего размера. Я не знаю, как так-то. Это просто вот, я говорю, поэтому обувь для меня это реально трудность. Именно трудность. Я очень не выношу данный шопинг. Я люблю обувь. Но так, чтобы, знаете, пришла в магазин, вся обувь мне нравится, ну или хотя бы половина того, что есть, я выбираю прям сразу быстренько то, третье, десятое, быстро померю, и как бы, да, будет все отлично. Взяла, с размером все подошло, пошла, радуешься, живешь, и вообще лучше такую обувь покупать, которую менять нужно, в моем случае, довольно редко, потому что, я говорю, я очень люблю покупать обувь. Еще обратила внимание, почему-то, когда ты приходишь в магазин дорогой обуви, там реально выбора нету. Я не знаю, почему там выбор какой-то слабенький. Не, несмотря на то, что сапог очень много, или там, ну, обувь, да, очень много, все равно почему-то нет чего-то интересного, привлекательного, симпатичного. Но когда приходит дешевый, типа, отстой от центра обувь, вот извиняюсь перед теми, кто покупает, но там факт, обувь очень отвратительная, во всяком случае, где я приобретала, она разваливается через неделю, при том, что я очень аккуратный носитель, я отношусь к своим вещам очень-очень аккуратно и могу носить годами, то тут вот она быстро портится. Или там, знаете, концы стираются, или что-нибудь отваливается. Ну, в общем, ужасная обувь по качеству. Но при этом на выбор вот большой, и можно что-то выбрать, действительно что-то красивое есть. Вот
Где справедливость? Я не понимаю. Но это вот мой такой топ трех покупок, которые мне не нравятся, которые я вынуждена делать и которые не хочу делать. А вы, в свою очередь, выкладываете, какие у вас есть покупки, которые вам неприятны, которые вам приходится делать, но вы их делаете с великим неудовольствием. Я жду от вас видео, и пока. С вами была Гекта.